Да нет, там дальше тоже застрянешь. Лучше разворачивайся вот задом сюда, вот на это, на пригорок. Мостом ширканул. В прикол, знаете, несколько раз туда-сюда проехал. Вот тебе так. Джип. Хорошо, хоть недалеко за трактором идти. Посадил, ага. Ходом надо было маленько ему. Чуть не это. Он левее сильно взял, там дорога, а здесь пустота. Так, по-моему, трактор едет расчищать вот как раз это место. Весна, резкое потепление. Интересно, куда тут. Да, вот видишь, смотри, да? Две машины стоят. За тысячу гор. Сейчас будет расталкивать. Ага, да. Вот пацаны, короче, говорит, на празднике катались. Давай за 1000 дернем, они туда-сюда вот катаются, застрявших. Мы сами сели. Глубоко больше полуметра. Еще и накатанная.
Это точно. Каждый год. Вот здесь чистили, но не могли очистить. А этот куда попёр на своей машине? Господи, боже. Самое главное, что это не ЖЭК чистит, это сами наняли. Вот будет, да. Сережа, мы будем деньги собирать, да, ради бога, чтобы что-то... Мы все на машинах, вот так. Да, конечно же, не пройти, не проехать будет. Сашка бегает туда-сюда. О, вылез. Да, тянет, молодец. Конечно, тут куда тут? Да пройти сейчас тут невозможно, не то что ехать. Все, в подъезд, смотрите, что. А что, утром прихвати, не выйдешь оттуда. Да. Ночью заморозок, с подъезда никто не выйдет. А случись, что скорая, да на работу людям даже все замерзнет. Такие дела. Малютки, и переживает женщина, что с хлебом машина не сможет пройти. И там конечно надо, чтобы дети накормлены были, не будешь он с дороги таскать хлеб. Только жители сбросились, как-то вызвали, все сами, говорит. Что, мужиков у вас нету? Вот так. Сейчас история из этой же серии. Ну, друзья, наверное, стоять здесь долго нечего, уже стемняло. У меня батарея садится на смартфоне. Надо сказать, наоборот, эту бороздку, чтобы не так вода туда промплыла. Проедем. Продукты будут, все будет.